Добрый день, уважаемые наши постоянные и непостоянные зрители. Сегодня у нас в гостях, ну, скажем так, достаточно вот необычный персонаж. Почему? Потому что впервые, по-моему, у нас в нашей студии мы разговариваем один на один с папой. Да, и у нас в гостях действительно вот папа Эрик. Они приехали к нам со всей семьей, супруга его здесь и двое детей, Рафи и Даниэль. Да? Значит, Эрик, добрый день. Здравствуйте всем. Вот, ну, давай мы вот как-то познакомимся. Я знаю, что вы приехали из Одессы. Тоже солнечный, да, там тоже жарко, как у нас в Израиле. Эрик, скажи, пожалуйста, что, ну, вот немножечко в плане такого знакомства, что заставило вас с супругой вот искать помощи, искать обращение к Давиду в наш центр, и вообще вот что же произошло? Немножечко подробнее о своей семье, о тех проблемах, которые вот были. Ну, я расскажу с самого начала, потому что... Ну, так, кратенько, да, но по сути. Изначально, пока мы не были знакомы с Давидом, нам поставили диагноз аутизм. Кому-то из детей или обоих? Нет, старшему поставили диагноз аутизм, Рафи. Ему было 2,5 годика, и... В чем это проявлялось? Он просто никого не слышал, ни на кого не обращал внимания. Иногда сам по себе смеялся. И мы когда проверили его на слух, там сказали, что все нормально, с ребенком говорит, совсем другое. Мы начали ходить к психологу, начали работать. Вначале она взялась, но потом сказала, пока вы не будете давать ребенку какие-нибудь психотропные препараты, дальнейшего нет смысла с ним заняться. Причем вот один момент. Обратите внимание на то, что Эрик сказал. Они пошли к психологу, и психолог назначил или рекомендовал психотропный препарат. То есть не профессиональный доктор, не педиатр, не невролог, а именно психолог, казалось бы. Причем вообще здесь это не та сфера деятельности. Но тем не менее, штамп, трафарет сразу, да, психотропные препараты и все. Да. Ну, она сказала некоторые лекарства, я когда посмотрел побочные действия этих лекарств, я сказал, что я ребенку это давать не буду. Вот, а как второй? А второй... Или это второго тогда еще не было? Нет, второго пока не было. Так, то есть вы занимались вот Рафи. Да. И, ну, и вот, ну, в дальнейшем поняли, что препараты не пойдут, что это не вариант, и дальше... Дальше мы походили, там у нас был санаторий, походили там, там массажи, разные процедуры. Были маленькие какие-то сдвиги, но что-то такого не было. Ребенок как сидел у себя в своем мире, так и сидел, и ни на кого внимания не обращал. Скажи, пожалуйста, Эрик, а вот кто обратил внимание, как вы вот поняли, что с ребенком что-то не так? Первая бабушка. Вот и что, вот интересно, да, обычно бабушки, дедушки, они как раз говорят о том, что да бросьте, все нормально, там прадед такой был, там дед такой был, да, вот здесь бабушка среагировала, и что, она дольше, чаще была с ребенком или ну, жизненный опыт? Мы живем вместе, и... У меня характер такой тихий, спокойный, у жены характер тихий, спокойный, и она в детстве была очень тихенькая, я был очень спокойный. Ну, я думал, что ребенок спокойный, в нас пошел. А потом бабушка это сделала, что говорит, мне не нравится, он просто, говорит, сидит сам с собой, играется, не игрушками, любую коробочку, что-нибудь взять, возьмет и может часами ею играться. И просто так смеется, говорит, это неправильно. Нужно ребенка проверить. Ну вот, как говорится, потолкались, туда пошли, сюда пошли, эффекта нет, и дальше что было? Ну, один раз вечером я прихожу с работы домой. Жена говорит, я кое-что в интернете нашла, посмотри. Я посмотрел, я говорю, давай позвоним. Это было
Значит, где-то 12:30 ночи. Я набрал Давида. Он ответил. Мы с ним немножко пообщались. И провели первый сеанс. Вот я хочу здесь остановиться немножечко. Опять извини, что я перебиваю, но это вот как бы, да, диалог у нас с тобой. Обратите внимание, вот все время мы как бы у нас так периодически мы возвращаемся к этой теме о роли отца в семье и о роли отца вот в создании такого микроклимата. Да? Довольно редко бывает, что Эрик сказал, я позвонил, то есть это ты позвонил, не жена. Почему? Не знаю. Ну, а все-таки у вас как бы в семье так, всегда так, то есть как бы, да, папа, муж решает, чего делать, или... Нет, мы вместе решаем. Просто, ну, как бы вот более решительно оказался. Да, ну, да, немножко, может быть, более решительно я. Вот. Ну, и поговорили с Давидом, и что почувствовал? Что, вот, почему остановились? Ведь вы же до этого были... Там, в одном месте, в другом месте, там у психолога, у каких-то неврологов, наверное, да? Вот. Почему решили остановиться? Вы же продолжали общение? Потому что во время сеанса я кое-что почувствовал. А кое-что это что? И Давид немножко удивился, когда он спросил, какие ощущения были. Я до сих пор это все точно помню. Ну, вот, поделись, да. Мне начало мутнеть... Сознание почему-то с правой стороны начали неметь губы, и вокруг пупка живот окаменел. Только у тебя. А кто был на сеансе? Ты? Я был. Только один? Да, только я один. Ага. Ну, то есть сеанс проводился. А у нас как раз в этот период у Рафи были очень сильные боли в животе, и живот был каменный. Вот связь, да, еще раз, смотрите, как интересно получается, возникает связь. Мы все время говорили о связи мамы и ребенка. И вот я еще раз призываю, мы потом еще к этому вернемся, я прошу тебя высказать свое мнение. Мне вот к вопросу о связи отца и ребенка. Смотрите, да, реакция сразу. И здесь, на самом деле, роль отца, она не может быть уменьшенной. Потому что если семья единая, ведь, да, как я понял, у вас вот ощущение того, что вот надо поднимать ребенка, это проблема общая. Да, конечно. То есть, вот, конечно, да, то есть это и мама, и папа, они вот... смотрели на проблему абсолютно одинаково. Да. И как бы обговаривали, и все. И поэтому папа воспринял ощущения, те, которые вот как бы, да, были первые, он воспринял их, ну, как свою проблему. Да. Вот. Ну и что было дальше? Вот эти ощущения появились. А может быть, может, там гипноз, может, он тебя там наслал чего-то? Нет. Я сомневаюсь насчет гипноза. Вот. Ну а все-таки, вот что это было, что ты почувствовал, ну, что почувствовал, понятно. И дальше, как развивались ваши отношения? Мы начали звонить и проводить сеансы. Ну, в основном звонила жена, я очень редко проводил. Я без связи проводил сеансы, то есть по записям. Ну, то есть все равно как бы общение было. Да. То есть понятно было, что... Я был в курсе всего, что происходит, вот, как, что происходит. Что это нужно, как бы, вот... Что это нужно семье, вот, что это общий, да, момент. Вот еще раз обращаюсь к отцам. Уважаемые господа, вот не перекладывайте все на плечи женщин, потому что это ситуация общая, и если вы любите свою семью, если вы хотите добра и счастья ребенку, детям вашим, жене и так далее, вы должны воспринимать это как ваше личное, как ваше вот, как неотъемлемую часть. И результат тогда будет, да, вот, Эрик,
скажи, что было, как постепенно проходило изменение? Ребенок постепенно начал воспринимать информацию, стал послушным, пропали истерики. Он перестал под собой писаться. Он начал указывать, появился указательный жест. За сколько это? У нас было очень долго, так скажем, были изменения. На протяжении полтора года. Ну, полтора года это не тот срок. Да, все дистанционно, и то, что было полтора года назад и сейчас, это просто невозможно сравнить. Мы 2 месяца назад забрали ребенка к тому же психологу, которая отказалась с ним заниматься. Она с ним провела процедуру, пообщалась, поигрались, она выходит, говорит, это совсем другой ребенок. А что вы ему давали? Жена говорит, ничего. Говорит, не может быть, как так? Вы ему конфеты. И с каждым походом к психологу, это в неделю 2 раза, она выходит и говорит, он с каждым разом все больше и больше, говорит, меняется и воспринимает информацию по-другому, он начинает общаться, он начинает реагировать на все, делает все, что ему говорят. Она не говорила, что какая она молодец, что вылечила ребенка? Нет? Говорит, я могу даже сказать, что вы почти вывели с аутизма. Вот, очень интересно заключение вывести из аутизма, да, как же практически невозможно. Скажи, пожалуйста, откровенно, вы ей говорили, чем вы занимаетесь? Нет. А почему? А посмотреть, какая у нее реакция будет на то, что был ребенок и сейчас ребенок. Прозвучала реакция, что она, сказала, что такого, в принципе, быть не может, не бывает и так далее, да? Вот. Дело не в этом. Скажи, пожалуйста, Эрик, а что изменилось или изменилось ли что-то в семье у вас, когда вы стали заниматься дистанционно с Давидом? Что произошло в семье вообще, в принципе? В семье? Или у вас было просто так все хорошо, что и не надо было... Нет, не все хорошо, не все хорошо. Но что-то изменилось? Сплоченность то появлялась, то исчезала, вот, и оно до сих пор идет так. Это у меня чисто мое, потому что, я не знаю, я с собой пытаюсь бороться, и у меня иногда не получается. Я раньше был более спокойный, более восприимчивый, сейчас я почему-то более агрессивный. Мне это не нравится. Ну, самое главное другое. Самое главное не то, что ты такой, а то, что ты здраво оцениваешь свое состояние. Да. Это уже полдела, когда человек понимает, что есть то, что нужно менять и к чему идти. Так вот, вернемся к Рафику. Значит, скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, то есть до приезда, вы, в принципе, оставим в покое психолога, вы, в принципе, сами воспринимаете то, что он, он вырос. Вырос, он практически вышел из того состояния. Пока не до конца. Значительного изменения. Вот. И скажи, пожалуйста, вот вы его воспринимаете, как было раньше и как сейчас, как в плане его положения в семье, его как личность и так далее. Вот есть разница в вашем восприятии, восприятии вас как родителей, как взрослых людей, восприятии этого ребенка? Я к нему относился не как ребенка с аутизмом. Изначально? Да. А что-то изменилось за время работы с Давидом? По отношению к ребенку нет, да. Потому что я его вижу нормальным ребенком. И жена также. Вначале у нее было чуть-чуть такое, да. Сейчас она чувствует, что... То есть вначале она... В чем это проявлялось?
Ну, когда поставили диагноз, была истерика. То есть ей было самой плохо. Да, было, да? Ей было плохо. И как она его воспринимала? Вот, ну, может быть, там... Я просто объясню, что я имею в виду, не подсказывая, а потом поправишь. То есть, может быть, где-то повышенное внимание, повышенная жалость, вот какая-то... Нет. В этом отношении она сильная. Был момент, что вот она опустила руки... Потом немножко успокоилась, и все. И мы пошли вместе. Да, и пошли вместе. И вот, ну, все-таки смотри, какой он был и какой он стал. Не по отношению к нему воспринимаете его как совершенно нормальную личность, которая... Да, да. А по-другому не получается, потому что если будешь к нему относиться как к больному человеку, то он будет больным человеком. Вот очень хорошо, что это прозвучало, причем очень хорошо, что это прозвучало из уст отца. Вот очень важно, чтобы это понимали все члены семьи и занимали совершенно определенную одинаковую позицию по отношению к ребенку. Ну да, и вот давайте сейчас мы закончим. А во второй части поговорим о том, спросим о том, что же произошло здесь. Ну хорошо. Постоянно да, идет да. Вот об всех наших вот замечательных людях, и о вас речь почему-то не идет. И это исправляется. Так это все все было дистанционно со всеми вместе. Нет. Дистанционно как раз работает Давид. Да, давайте мы сделаем перерыв, и после перерыва поговорим о том, что же произошло здесь.